Уже в эту субботу, 12 апреля, в 2 часа дня брачане смогут принять участие в тотальном диктанте. Акция «Проверка грамотности» проходит в Радске впервые. Девиз глобального проекта говорит сам за себя. Писать грамотно – это модно. Принять участие может каждый, независимо от возраста и профессии. С собой надо лишь взять ручку и вспомнить все правила русского языка. Доступность тотального диктанта отмечают и организаторы проекта. Никакой предварительной регистрации не требуется, заявка на участие оформляется перед самим диктантом. У нас организовано 3 площадки в Братске, это Центральная городская библиотека Рябикова 12, по Дуне библиотека семейного чтения Михасенко и гидростроители библиотека номер 6. Все результаты будут выложены на официальном сайте тотального диктанта на странице города Братска на данных площадках до 15 часов по московскому времени 15 апреля. Ну, 17 апреля можно уже точно увидеть свои результаты. В этом году текст диктанта написал известный писатель Алексей Иванов, автор романа «Географ глобус пропил». После подведения итогов каждый брачанин сможет получить памятный сертификат, подтверждающий участие в проекте.